Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как открыть демо-счет в компании Amarkets. В первую очередь вам необходимо зайти на сайт amarkets.org. Далее, прямо на главной странице нажмите кнопку «Попробовать демо». Здесь вам необходимо заполнить простую регистрационную форму. В верхнем поле напишите имя и фамилию именно так, как они указаны в вашем документе, удостоверяющем личность. Во втором поле укажите ваш актуальный номер телефона. В следующем поле указывается адрес электронной почты, который будет использоваться для входа в личный кабинет. Опционально вы также можете указать код партнера. После заполнения регистрационной формы не забудьте поставить свое согласие на обработку данных. Теперь вы можете нажать на кнопку «Открыть демо-счет». Для быстрого начала торговли на финансовых рынках вы можете запустить веб-версию торговой платформы MetaTrader. В дальнейшем вы также можете установить платформу MetaTrader, скачав ее по ссылке из личного кабинета на нашем сайте. Давайте подключимся к демо-счету именно через веб-терминал. Нажмем «Войти в веб-платформу». На ваш адрес электронной почты уже пришло письмо с данными для подключения к демо-счету. Просто скопируйте номер счета и пароль для подключения из этого письма. Выберите сервер Amarkets Demo и нажмите ОК. Поздравляем! Теперь вы готовы совершить вашу первую сделку на финансовом рынке. Ну а о том, какими способами это можно сделать, мы с удовольствием расскажем вам в одном из наших следующих видео. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня!